друзья, я вам расскажу анекдот. Старый, классический, наверное, вы его слышали. А нет, так и даже лучше. В общем, Петька с Василием Ивановичем пошли в баню. Ну и там моются, соответственно. И Петька говорит: Василий Иванович, а с тебя вода-то грязней течет? На что Василий Иванович разумно отвечает: так я же Петька и старше. И вот я такое, знаете, иногда чувство испытываю, как Василий Иванович, как человек, который старше, значит, вот надо поделиться, вот, как бы смыть с себя опыт, как бы вот, чтобы ушел в народ. И поскольку праздники тут у нас надвигаются, страшное дело, я хочу сказать о том, что нельзя обжираться без того, чтобы наносить вред здоровью своему. Даже если вот не просто так кушаешь, а там под рюмочку, и там вторую, третью, и казалось бы, надо заесть. Но в общем, надо очень, как бы сказать, аккуратно с этим. Нажраться от пуза, от двух пуз и от трех пуз, ума много не надо. Тем более, вы живете сейчас, ну и мы с вами, в такое время, когда все, что хочешь, можно скушать. В смысле, оно есть, можно пойти, купить и скушать вкусненького. И соблазнов много. Я вот почему на эту тему? Потому что вчера, в пятницу, у нас тут сотрудники устроили, ну, как бы Новый год такой. Так, буквально, кулуарно, там, на полчасика. Вот я тут с ремнем ехал, это мне ремень подарили на этом мероприятии. Так вот, просто я его на шею одел больше, а куда ремень одеть? Я не знаю, у меня так, на поясе есть один. И, значит, знаете, они что хотели? Они все налетели, чтобы я блины со сметаной и с икрой одновременно. Я не поступился принципами и съел отдельно со сметаной и отдельно с икрой. То есть мешать не стал. Но и не пил практически ничего. Но хочу сказать, что почувствовал себя неважно. А я еще такую ногу от индюшки съел. В общем, что я хочу сказать. Я подумал, поскольку я раньше вступил, так сказать, на путь празднований, то я думаю, надо поделиться с народом, с молодежью особенно, чтобы здоровье берегли. Вот сейчас вот дождя нету, а так у нас тут, ну, может, еще будет, я смотрю, тучки там. Вот каждый дождик, который идет, он забивает гвоздь в крышку гроба антиамериканской пропаганды. Есть вода в Калифорнии, я знаю, значит, дождик будет, я знаю, штату цвесть. А вот когда вы переедаете, то вы забиваете крышку, гвоздь, я извиняюсь, вы забиваете гвоздь в крышку совершенно другого гроба, собственного, понимаете? И тут надо очень осторожно, в общем, к этому подходить. Я призываю, чтобы все еще пожили, и хорошо пожили, и вкусно кушали, без злоупотреблений. Вот. Хочется сказать, за это надо выпить, но мы за рулем, тут у нас все культурно. Но вот над этим надо задуматься. Вот так. Над этим надо задуматься, и здоровье надо беречь. Счастливо!